Ребят, всем привет! Сегодня затестим новую батлу. Посмотрим на максимальных настройках, на средних и на низких. Сейчас стоят ультра настройки, разрешение Full HD, при этом все на ультрах. Ну, кто хочет посмотреть повнимательнее, можете на паузу поставить. И в принципе, что меня удивило, при таких настройках игра просто летает. То есть вот сейчас при записи видно, что 34, 35, то есть если в небо смотришь, вообще 60 кадров. 34 кадра, 33. То есть очень вообще играбельная идет игра. Вообще офигенная просто оптимизация. Чем-то напоминает оптимизацию как Battlefront. Сбоку. А, в танчике. Kill Sonic какой-то. Не мешай мне игру тестить. Точка. А, так, точка. О, ну кто-то здесь попал появиться. О. We have taken objective Edward. Так, давайте посмотрим, как будет на высоких настройках. О, и подстрелили как раз. Вовремя. Так, высокие настройки. Окей. О. Так, давайте с этого же момента. Ну, на высоких настройках уже 50 кадров идет. Если на ультрах где-то 35-40 кадров, то на высоких 50 FPS стабильно, в принципе, идет. Ну, тут учитывайте, что при записи поэтому немного кадров 5, наверное, 6. При этом в игре офигенная физика, мне нравится, как все ломает. Так, давайте посмотрим на средних настройках. Medium. Ну, на Medium уже не так красиво. То есть высокий ультра еще как-то не так уж прям уж сильно отличается. Но на средних FPS, конечно, высокий. Ну, местами, конечно, FPS чуть-чуть, я бы даже не сказал, что он проседает, но сразу видно 60 кадров. Просто учитывайте, что это еще бета-версия, поэтому... We have taken objective Duff. Так, ну-ка на низких настройках. Так, окей. Самое смешное, что при низких настройках FPS вообще просто зашкаливает. 80 кадров. При этом не забывайте обновлять драйвера видеокарты, потому что у меня были не обновлены, и игра запускалась, она писала, что надо обновить драйвера. Вообще летает, вот так, вообще 150-160 кадров. В принципе, на этом все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.